41 видос с Димой. А еще звука нет опять. Опять нет звука. Что это такое? Отлично. Три. Там... Ничего себе. Я вижу, что, что ты фаворит. Так я не понимаю до сих пор, о чем музыки нет. Ой, как жестко, Яремчук. Куда попало? Пробил. А чё звука нет? Не понимаю. Так, аккуратно. Не обращаем внимания на подкаты. Блин, какая атака? Мне защита нужна. Блин, Холланд, как ты выпрыгнул. В стиле Криштиану Роналду. Если подпраздновал бы еще в стиле его. Почему игра лагает? Почему лагает игра? Давай, 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 давай. Так, Холланд бежит и ничего. Пока ничего. Все. Сейчас забьет. Не получилось на пустые распасовать. Я все караулил там. Блин, но гол назревает, это уже... То был тревожный звоночек. Нужно сделать выводы и не повторять. А, там офсайд еще был. Крутая точная передача. Два ноль. Холланд снова в ударе. Мы в защите, и несмотря на то, что мы в защите, мы продолжаем идти в атаку. А чё ты ждёшь? А, интернет лагает у него. Бывает. У меня тоже лагает. Иногда. В PES 2021. У меня такой залагал интернет, и техническое поражение выдали. Выбей уже. Наконец-то. Мой первый тайм закончился. Ну, вообще шикарен. Эдгар. Три ролика, блин. Или пять, блин. Ну, уже, блин, уже много роликов отсняли уже. Я... Блин, фух. Чё ты ждёшь? Чё ты ждёшь? Тянет время. Ой, ну и смехота. Ему... Ну, заметил. Отлично.
А, вот что он ждет. Все, я понял. В Инстаграме. Написал что-то и быстро вернулся в игру. Да, я все заметил, я все вижу. Выбиваем просто куда попало. Ну а что остается делать? Выбивать куда попало, что? Что? Мяч, мячушку дай. Малиновский, Буяльский. Забарный. Цганков. Молодец. А тут вообще я офсайд был. Мог бы... Хотя... Лучше уже зафиксируй, потому что не дай бог бы. Гол был бы. Все под контролем. Спокойно. Спокойно. Вот так вот. Все, можешь атаковать сколько хочешь. Можешь хотя бы один. Можешь один гол даже забить. Штанга ему не позволила это сделать. Ну, а мы просто выбьем мяч. Если бы был бы счет 1-0, я бы выдохнул с облегчением. А так я, в принципе, что так бы выиграл. Даже если бы и не холодно, не жарко после того момента было, и даже если он бы забил. Просто бывало то, что он чаще всего выигрывал. Так. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.